Это у нас вот здесь была вмятинка, предыдущее видео. Мы ее выпрямляли уже на этой машине, да? А вот тут у нас новые чудеса. Мячик, да? Угу. И еще внизу, где у нас? Все, мяч. Удар вниз. Пошлося. И вот. Что, большой мячик был? Ну да, такой футбольный, хороший. Хороший футбольный. Понятно. Ладно. Уходи теперь в сторону, я так сниму. Мячики. Вот заломчики наверх пошел, опухоли тут. И сюда. Все заломчики. Мятинки. Ну, здесь тень, здесь не видно. А вот это видно очень хорошо. Форточку, защиту. И смотрим теперь в лампочки, что творится. Вот он залом один. Вот здесь вот такая красота. Идем дальше. Еще два маленьких заломчика. Сейчас я их сниму вот в этой части. Вот он раз. И следом два. Красота такая у нас. Надо попытаться это все как можно аккуратнее сделать. Загадывать не будем, но приложим все усилия. Складочка пошла. И здесь вот мятинка. Линии расходятся. В общем, как ни крути, получается серьезная работа. Положительный результат в работе. Нет, так не получится. Она вот так вот. Вот здесь вот, в этом месте. Был офигенный залом. И арочки крыла вот здесь досталось. Ну, сейчас уже стало получше. Вот, а вот это еще красота. С ней предстоит повоевать. Что касаемо вот этого залома красивого. Тут дело серьезное. А тут уже более-менее на арочке. Вот. Стало у нас ровненько. Вот и здесь под фонарем то же самое. Здесь залончик тоже был, вот он. Более-менее подравнялось.
Так что несколько мест за сегодня удалось подправить. Здесь были два заломчика таких хороших в передней части. Но пока я занимался нижней частью крыла, этих заломов кто-то украл. Куда-то они подевались. Шутка, конечно. Потихоньку я их подпробил. Конечно, неровности еще небольшие есть. Ну, в общем и целом, все уже подровнялось. Остался один вот этот Big Dent, как говорят древние греки. Вот это большая вмятина. КВН продолжается. Самое вкусное осталось сейчас. Вот этот заломчик. Надо выдергивать. Ну, как говорится, первый пошел. Приклеили грибочек. Сейчас попробуем все это дело выдернуть. Чуть я прогрел, пробил. Посмотрим, что у нас получается. Хорошо приклеился. Правда, это мини-лифтер. Самый маленький. Видно что-нибудь там? Ну да, бликует еще. Чуть подвышло, да? Ну да, вышло хорошо. Ну что ж, хорошо. Продолжим дальше работу. Готово. Еще раз
таким крючком мы хотим испугать вмятину. Заходи. Если там два. Свет яркий, прям пипец, для камеры. Снежит? Еле-еле видно, что там нет. А ты со стороны. Оставить свет, а белый погасить, а желтый будет хорошо. Да, желтый он хорошо воспринимает. За камеру она свежая. Все равно это уже мало сильно заметно так уже. Есть чуть-чуть, но уже ребро. Какой результат? Уже просто 10 часов вечера. Не вижу смысла сражаться дальше. Бросим, как говорится, на половине пути. Это дело надо отдохнуть. А завтра доделать. Так что смотрите вторую серию, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои пожелания.